Я рву шиповник, отряхиваю росу. Дрожат цветы в моих пальцах исколотых. Не бойтесь, глупые, я вас отнесу одному человеку в комнату. Правда, ему не до вас, он занят. Сидит, лохматый, как леший, с черными пальцами и глазами, с подбородком поголубевшим. Он локтем размажет, тушь ли, воду ли, не догадается, что это роса. Он будет сидеть и думать до одури, и мимо вас окурки бросать. Но однажды, уже к рассвету, он встанет, словно от ног отвыкший, и над зеленым граненым стаканом увидит он вас, безвозвратно поникших. Он вам улыбнется, он к вам шагнет, возьмет вас в руки, обдует пепел и, может, подумает: вот идиот, такое счастье и не заметил.